Я очень много танцевала этот спектакль уже по всему миру, и такие знаменитые театры, как Большой театр, театр Ла Скала, Гранд-Опера. В Японии я танцевала, где я только не танцевала этот спектакль, но, естественно, здесь, в Мариинском театре. И очень многие партнеры мне давали какие-то новые чувства, и были новые этапы моей Жизели, новые какие-то чувства рождались. Вот сегодня я буду танцевать с Володей Шкляровым, и надеюсь, что у нас получится хороший дуэт. Мы не очень много репетировали, иногда даже это помогает, какие-то, может быть, спонтанные будут неожиданные вещи происходить на сцене. Я надеюсь на это, я люблю, когда что-то экспромтом получается. Вообще я очень люблю спектакли, где можно акты, два разных акта показать. То есть в первом акте это живое существо, непосредственное, любящее и веселое. Конечно же, сцену сумасшествия, наверное, в балетном искусстве самая сложная сцена по драматизму. Здесь очень важно и не переборщить с состоянием сумасшествия или не дойти до состояния вот этого вот сумасшествия, а вот найти вот эту золотую середину, это очень сложно. В втором акте это Велиса, тоже любящая, тоже нежная, но при этом это все-таки невесомое существо, это уже нереальное существо. И, в общем-то, нравится мне показывать эти грани между актами и различия. Я прихожу в восторг именно от этих длинных рук, от этого длинного, такого летящего арабеска, от этой воздушности, от этой действительно хрупкости и, можно сказать, такой эфирной прозрачности. Мне кажется, в этом, наверное, и есть действительная красота и мастерство балерины и ее талант, который дан, наверное, от Бога. Спустя 6 лет после перехода Светланы Захаровой в Большой театр, она вновь вернулась к созданию образа Жизели на родной сцене Мариинского театра. Именно здесь, в свой первый сезон, 17-летняя балерина дебютировала в этом балете. Я, наверное, сегодняшний спектакль хотела бы посвятить Ольге Николаевне. И каждый мой приезд – это посвящение вам, Ольга Николаевна. Я всегда очень рада здесь с вами работать и танцевать всегда для вас и для любимой петербургской публики.
я буду ждать с большим желанием, наверное, возвращения Светиного в наш театр и на нашу сцену. И дай бог, чтобы все сложилось, и Света танцевала у нас, потому что это действительно событие, это очень здорово. Что я Светочку так люблю. И я очень бы хотела, чтобы она в нашем театре, конечно. Я рада, что она в Москве, но хотела бы, чтобы мы все-таки чаще встречались. И потому что какие-то вещи ведь уходят. А когда другой мастер смотрит и доброжелательно, и любимыми глазами на нее смотрит, так как я ее действительно очень люблю, как своего ребенка. Вот. И мне, конечно, очень радостно. Я вижу ее успехи.